Раз индийское, должно быть вкусное. Слабенькое чуть-чуть. Это более мягкое. Тут немножко вкус другой. Это пиво вообще прелесть. Да, это пиво можно пить, и его можно пить много. Меня зовут Анатолий, мне 63 года. Я занимаюсь строительством. Меня зовут Валерий Владимирович. Занимаюсь домашним хозяйством и более ничего. Внуками и правнуками. Слабенькое чуть-чуть. На квасок похож. Чем-то напоминает баварское пиво, немецкое пиво, чем-то напоминает. Есть вкусовые такие качества, которые совпадают с теми, которыми я пил в Баварии. Тут немножко вкус другой, тут есть или бананы, или что-то такое есть. Это более мягкое. Вот, и более приятно пьется. Это мое мнение об этом пиве. Тут по виду оно уже, значит, кажется, уже как будто лучше от того, что цвет бархатный, пенки больше. Это пиво чем-то мне напоминает где-то 60-е, 70-е. 70-й год чем-то напоминает мне пиво то, которое называлось байховым, а не байковым. Вот. Немножко кисловатый вкус вроде у него. Ну, пиво неплохое, в принципе. Ладно, так все или как? По цвету красиво. Ты имеешь то есть привкус дымка, есть что-то такое своеобразное? Ну, конечно, это пиво, с теми не сравнишь, оно горчинку имеет, приятную такую, довольно мягкую горчиночку. По сравнению с теми, они намного мягче. Тут есть немножко аромат, как будто розы, чуть-чуть, и он чуть крепче, это пиво. Раз индийское, должно быть вкусное. Разница между предыдущим пивом и этим совсем-совсем маленькая. И я сказал бы, что это немножко помягче. И горчинки меньше здесь. По цвету тоже немножко потемнее, чем те предыдущие. Да, я его поставил бы на третье место. Это пиво вообще прелесть. Да, это пиво можно пить, и его можно пить много, но много не попьешь, потому что немножечко имеет какие-то качества такие тяжеловатые. Это пиво, по-моему, оно больше всего понравилось.